Водитель автомобиля Kia утверждал, что был пристегнут ремнем безопасности. Тем не менее, удар оказался очень мощным, поэтому пришлось вызвать медиков. Подъехавшие врачи и скорые решили молодого человека госпитализировать в ближайшую больницу. Водитель Ford Focus виноват, что ли? Да, конечно. Дистанцию не соблюдал? Да. Признает свою вину, что ли? Авария произошла из-за чрезмерной поспешности владельца Форда. Молодой человек в этот вечер, видимо, слишком торопился добраться до дома и поздно заметил, что впереди поток машин остановился. Здесь машина поворачивала налево, и я притормозил, и мне в заднюю часть автомобиля въехал Ford Focus. Все. После того, как протаранил заднюю часть «Лады», виновник на «Форде» автоматически повернул руль в сторону. Иномарку выбросил на встречную полосу, где он практически лоб-лоб протаранил «Kia Spectra». Самые серьезные повреждения оказались у обеих иномарок, которые теперь нуждаются в капитальном ремонте. Равиль Сайганов, Александр Царегородцев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».